В 19-й раз Международный инновационный университет распахнул свои двери для первокурсников. По традиции студенты, их родители и преподавательский состав собрались в уютном актовом зале. Для главных виновников торжества яркий праздничный концерт. Со сцены звучали и слова поздравления от руководства вуза. Все выступающие подчеркивали, университет по праву считается инновационным. В нем созданы не имеющие аналогов электронные образовательные технологии. Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию. Пусть новый учебный год станет ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством. С уважением, заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию Михаил Николаевич Берувалов. Развитие спорта тоже в числе важнейших задач. В университете учились и учатся чемпионы Европы и мира. Кстати, теннисистка Елена Веснина, которая в этом году в Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой, выпускница университета. ВУЗ подготовил для города, края и страны тысячи высококвалифицированных специалистов, которые трудятся в федеральных и муниципальных органах власти, возглавляют крупнейшие компании, являются депутатами различных уровней. Я считаю, что в этом университете есть перспективы на будущее. В этом университете очень активная студенческая жизнь и общественное движение здесь очень развито. В этом году я закончил Международный инновационный университет, получил диплом бакалавра. У нас была научная и общественная жизнь очень такая обширная, хорошая. И я решил после выпускного поступить на магистратуру. Международный инновационный университет сегодня единственный, который дважды за последние 5 лет получил премию Российской Федерации в области образования и науки. Именно поэтому из года в год желающих стать его студентами становится только больше.